Сегодня мы за 2 часа будем строить второй этаж дверей в Roblox Build a Bot. А ты увидишь, что же у нас получится. И, конечно, все битвы строителей мы начинаем после эпичного салюта. Ура! Стоп, что здесь фигура делает? О, тут есть какая-то красная кнопка, нажмем. Ого, прикольно. Ладно, можете начинать строить. А я буду каждые 30 минут ходить к вам и смотреть, что вы там построили. Я вернулся. Ух, спасибо, то, что вернулся не минуту назад. Мы о таких хороших вещах говорили. Что? Не важно. Уже 30 минут прошли, и давайте сейчас посмотрим, что вы тут делаете вообще. Шаманили. Что это у тебя тут? Сик. Второй этаж дурс. Я даже не знаю, что там может быть. Тут у тебя какие-то железяки, лампочки. У тебя видео скинуть. Не надо. Полное прохождение второго этажа. Его еще нет вообще-то. Тут очень темная комната, в которой есть красные лампочки, черные полки, черные, все черное, короче. А что это вообще такое? Ну, сик будет. Побег от сика. На втором этаже тоже стик бывает? Да. Ну ладно. О, тут выход. Я нашел выход, смотрите. Я могу сбежать. Ура. Я сбежал. Птю, я уже здесь. У баб вчера здесь. Что это? Он не хочет говорить, что это. Это что-то странное. Почему такая просторная комната? Это сик. У тебя тоже сик? Да. Скажу тебе по секрету. У ватрушки круче. Но я еще не сделал, Ватрушка, послушай меня. А ты бабтер не слушай. Ватрушка, у бабтера круче, чем у тебя. Жестко. Вау, я здесь слушал. Какие клевые черные стены. Какие клевые полки. Хотя только одна полка. Там этот вверху пингвин. Да? Сейчас я к нему приду, буду до него докапываться. Не надо, я же пингвин. Привет, пингвин. Ты где? Надо, я пингвинов не ем, ты и так маленький, пока даже на шашлычок не хватит. То есть ты меня хочешь, когда я вырасту, пустить на шашлык? Надо резать! А, все, ладно. Между прочим, я императорский пингвин, да. Значит, самый вкусный. Да, кстати. Так императорский пингвин, это вид, который умирает. Ладно, прости, пингвин. А что ты строишь-то? Это либо слив, либо фан-версия. Короче, это будет комната. Чего? Короче, мы строим забивную комнату, в которой будет проход в комнату 103. А почему? Потому что мне лень строить лифт поломанный. А давай ты лифт сделаешь. Я тебе за это плюс 2 балла сделаю. Все, тогда я согласен. Ладно, пойдем на выход. Хочу фигуру разбить. Что на меня какая-то красная штука упала сверху? Это... Агуша, привет. Агуша, привет. Агуша, привет. Пока. Здесь лифт? Да. Будет. Ага. Потом... Вот тут вот второй лифт будет. А почему? Этот будет разбитый лифт, а это будет не разбитый лифт. А, на этом мы разобьемся, а на этом уже кто-то разбился. Смотри, тут должна быть лестница, но ее нету. Здесь будет обычная комната, ну, типа, из дурса, ну, как... Из нового дурса второго этажа, а потом уже будет сик. Вы что, все мне сика строите, что ли, да? Смотри, я тебе сейчас дам крутой сюжет, идем сюда, Агуша. Вот, хорошая идея. Ух, это нечестно! Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Ух. Я вообще крутой сюжет придумыватель. Так, что такое? Ой-ой-ой. Мы заходим в темноту, и здесь красные глаза. Да, и здесь сломанный лифт. Так, здесь мы поднимаемся по одному. А, у всех такие разные дурсы. Мне это так прикольно. Гусь! Здравствуйте! Это что за существо? Я без понятия, это тоже. Тарак, это новое существо, это новый шкаф, это старый шкаф из оранжереи. А это что, картина уха? Нет, не люблю картину уха. Расстрелять! Кто сделает картину уха, тому добавлю 1 балл бонус. Так, ух, плюс 4 балла. А если таких картин сделать 10, будет плюс 2 балла? Нет, это так не работает, у меня с математикой плохо. Ух, тогда калькулятор возьми, что проблема, у него все хорошо. Эх, ладно, поймали меня. Ну ладно, посмотрим, что у вас тут получится дальше, пока прошли только 30 минут, и вы уже построили много чего. Спасибо за сюжет, но я не буду его использовать. Ты вообще пингвин какой-то злой теперь.
Я вернулся. Не-не-не! Ты ничего не слышал? А, у меня все записано, если что. Не-не-не-не, дело в том, что ух не мог нас слышать, потому что у него было выключено наушники. Да, ты меня подловил, ладно, я ничего не слышу. Ты бы запалил тут всех, я тебе скажу. Да. Напишите в комментариях, как думаете, что они тут говорили. Не пишите, не пытайтесь. Даже не думайте. Прошли 30 минут, и сейчас мы будем смотреть, что вы тут построили. Я пришел к гусю. У него здесь дверь, а она заперта. Гусь, открой! Что надо было загрузить, и когда загрузишь, то что надо было загрузить, когда надо было загрузить. Понятно? Все, вопросов нет. А полностью сломанный лифт. Здесь у него такой проход, и здесь дверь, которая заперта. Она заперта? Что? Знаешь, гении порой бывают отвергнуты обществом. Ладно, пойдем. Куда идти? Ну, я сам не знаю. Слушай, давай пойдем ко мне в гости. Ладно, теперь я пойду к пингвину. Нет, зачем я это сказал? Ты где? Вот я внизу. Ну, я добавил вот... Забавил какой-то движок недо. Тоже какой-то недо-движок. Знаешь, ух, не придирайся, то, что трубы квадратные. Некоторые трубы реально квадратные. Да ты что? Тебе твои плюс 3 балла не хватит. Почему? Ладно, все, не важно. Не, ну я тогда могу тебе рассказать то, что было тут. Не надо, только посмей. Это не надо рассказывать, просто иначе у нас тут у всех будут проблемы, прям абсолютно у всех. Арконус 10 миллионов экономики, и это останется между нами. Киндер-пингвин, мне проще тебя забанить, чем тебе подводить 10 миллионов, понял? Оооо, прям такая разница чувствуется. Как я тут ходил 30 минут назад, и как я хожу сейчас. Здесь наконец-то есть дверь. Что за человечек странный? Откройте дверь. Откройте, откройте. Ой, а это что за комната? Что это за комната такая-то? Здесь есть 3 выхода, а нет, даже 4 выхода. Короче, я запутался. Какая-то восьмиугольная комната, у которой есть 4 выхода, разлит бензин. Это очень странно. У Баптера тут что-то очень странное. Ой, у него тут какая-то кислота разлита. И полки странные. Ладно, больше нечего сказать. Агуша, ты где? Я появилась. Заперся. О, ты реально послушал мой совет? Ты молодец, я что послушал мой совет. Потому что никто не слушает мои советы. Шкафчики я так хотел сделать, Это реально прикольно. Тут несколько комнат, в них есть шкафчики, за нами будут бегать. Привет. Привет. Здесь у нас красные глаза. Ничего не изменилось. А здесь у нас чего? Опа, пустота, клич, сип, помогательный свет, чего? Ой-ой-ой. Это все, что вы сделали за 30 минут? Ладно. Посмотри такое ЛСУ, пожалуйста. Прости я то, что знаю. Обижал. Прощаю. Прошли 30 минут, и постройки уже готовы. И сейчас мы будем их смотреть, проходить, оценивать и, короче, все такое. Первый, конечно, гусь, потому что я не знаю, почему вообще. Где мы? Ты знаешь, где мы? Я не знаю. Ой-ой-ой, почему здесь все такое страшное? Я лучше в шкафчике пусть. Так, ладно, открываем дверь. И она тяжелая, я не могу ее открыть. Открывай сам. О, молодец. Ой. Так, а почему там деревянные шкафы, а тут уже металлические? Вот зачем дырки в шкафах нужны. Ладно, идемте сюда. Буф. Так, ой, а что там такое? Мелькает. Резня! Бежим! Я иду за тобой. Фирменная плюса, долго не жду. Давайте оценим постройку гуся. Я оценивать не буду, потому что за меня оценку напишите вы. У гуся 42 балла. Бах. Ну, почему опять в сломанном лифте? Здесь какая-то комната. Мигает свет, капает вода. Ой, мне кажется, мы не туда, куда надо приехали. Надо еще ниже ехать. В смысле? Лифт уже поломан. Нет, смотри, мы какую-то доисторическую комнату попали. Уф, какая скучная комната. И кто, интересно, здесь живет? Я... А, помогите, как страшно, вообще неожиданно. Я хочу кушать. Съешь меня. Давай, залазим. Ты лисячину не ем. Так, мне надо немного в другое место приехать. Как этот лифт включить снова? О, все. Давайте оценим постройку пингвина. Арконус, поставь 10, пожалуйста. Просто скажи 10. А если я скажу 1? Он скажи 1. 10. 1. Ты кого будешь слушать, модератора или создателя сервера? Блин, 10. Если бы было бы 1, я бы сказал, округляем до 10. Так, 38 очков, и я обещал тебе 2 бонусных балла в начале видео, поэтому у тебя 40 очков из 50.
О, лифт упал, мы где вообще? Вообще умрем. Надо резать. Ну тут никого нет, мне кажется, это будет очень просто, да. Почему этот лифт так странно стоит? Я возродился. Hello, guys. Идите сюда. Все шкафчики. Давайте дверь закроем. Дверь закроем. Нет, она не закрывается. Бежим, давайте следующую закроем. Я спрятал все в шкаф. Я найду тебя. Страшно, где он? Он идет сюда. Надо бежать скорее. Дверь, закрывайся, пожалуйста. Я закрыл дверь. Что это? Бегите, бегите. Закрываем дверь. Бегите, бегите. Бегите. Самая страшная постройка за сегодня. Это было весело, 10. Агуша побил мировой рекорд. 50 из 50. Агуша, молодец, Агуша, ура. Спасибо, спасибо. Я кушаю блинчики и радуюсь. Идемте, заходим в эту комнату. Смотрите, сейчас какая сидит атмосфера. А кто там сзади? Сейчас я буду профессионально бегать. Куда бежать? Лево. Тут огонь горит. А что если я на него наступлю? Ой. Сюда, сюда. Вверх. Что? Надо бежать. Ой, я сбежал. Умничка. Ой, а ты иди отсюда. Ставь 10 сенитурик снять. У тебя 47 очков. Так, это первый раз, когда мы начинаем с красивой, аккуратной двери. А куда мы упали? Ладно, вот мы типа сбежали из твоей комнаты и попали сюда. Логично? Логично. Вот, вот теперь логично. Так, открываем дверь в душ. Что это такое? Да. Если я открою эту дверь, 2, 1, погнали. Что? Ту-ту-ту-ту. Ааа, бежим. Куда бежать? Да, бегу. Вот сюда. А что происходит? Ой-ой-ой. Все, я сбежал. Куда все мысли? Все, мы сбежали, да? Да. Ладно, давайте тоже отпишем оценки. Ну, это эпично, это очень круто, 10. Смысле 10? Ладно, хорошо, ух, если ты такой, то я ставлю 12. Сколько очков всего набрал? 40, я же сказал. Итак, подписчики, я захватил этот канал. И если вы не наберете под этим видео 10 тысяч лайков, я захватил разум ухо окончательно. Я кровь. Короче, он скачал программу, чтобы менять голос, и сразу так менять. Да блин, ну ты не спалил, а? Блин, а, ну ладно. Чекая американец. Лучше посмотрите. На этом эта битва строителей заканчивается. Вот прошлой части этой битвы строителей двери. Всем пока.